приветствовать всех на нашем канале. Мы продолжаем наши дневники бурсы. Сегодня опять суббота. Я опять еду на наше стрельбище. Погода что-то опять подляны делает. Вчера было так хорошо, красиво, тепло и солнечно. А сегодня облачно и туманно. Я сегодня пассажиром. Меня сегодня везет Руслан Хилько. Всем привет. Ну, а там сзади у нас есть Ира. Ира, помаши маме ручкой. Вот. И утро для нас немножко туманное, потому что вчера у нас было собрание нашего клуба, на которых я и Руслан получили вот такие вот красивые значки кандидата в мастера спорта по практической стрельбе. В общем, награды нашли героев. Мы, естественно, это дело немножко обмыли, поэтому легли спать немножко поздно. Чем мы сегодня будем тренировать? Сегодня мы будем тренировать штрафные мишени. Это те мишени, которые нельзя поражать при выполнении упражнения и за поражение которых начисляются штрафные баллы. В принципе, по идее, учитывая то, что вид спорта у нас называется практическая стрельба, эти мишени имитируют там заложника или какую-то цель, которую тебя ни в коем случае нельзя поразить, но честно говоря, в жизни я бы не рискнул бы стрелять дробью по столь близко расположенным мишеням. Но как бы на соревнованиях ничего получается. Стоят целые. Понял. Блин, кофе хочется. Сейчас заедем за кофейком. И в бодром настроении завалимся на стрельбище. Да-да-да, в бодром настроении бодро завалимся, бодро заляжем и бодро будем спать. Где-нибудь такое. Да. Завтрак, спортсмен. Какой спортивный хот-дог-то с майонезиком. Да, беговая кукурузка. Вот это он и есть. Без кофе жить нельзя. Едем. Хочу еще вам немножко про бурсу рассказать. Вот Руслан, который в этом году уже у нас инструктор и тренер, в прошлом году тоже был студентом бурсы. Вот Ира. Да, было классно. Тоже. Что расскажешь, как ощущение да. По прошествию? А хочется еще каждый раз. Я вот своих тоже корешей, всех наших ребят практикантов сейчас. У кого не спрошу, все говорят, было классно в курсе, еще хотим. На второй курс надо вас поставлять второгодниками. Так, это так, наверное, и будет. Кое-кто, я так чувствую, попадет, потому что как бы там ни было, практика должна быть постоянно и регулярно тренироваться. Кое-кто это упускает, а забывать этого не надо. Вот как раз самый важный момент. Ну вот для Руслана, на самом деле, в этом плане вообще там уникальный человек, он для того, чтобы тренироваться, каждый раз ездит к нам из Житомира на стрельбище. Каждую субботу, а то и субботу и воскресенье, он пилит к нам эти, сколько там, 100 с лишним, да? 120 километров. 120 километров для того, чтобы тренироваться. Ну вот, собственно говоря, вот так вот выглядит воля к победе. Да, желание. И желание тренироваться. Потому что я думаю, что практическая стрельба заслуживает еще большего внимания и большего количества людей. Нужно только понимание всего этого. А вот бурса как раз этому и научит. Для начала база, а потом уже желание только развиваться. А без этого уже никуда. Руся, как тебе тренерство? Совсем по-другому воспринимается все. Вот то, что когда стреляешь сам как стрелок и то, как уже смотришь за другими, вот эти нюансы, мелкие ошибки, тогда уже начинаешь анализировать по-другому сам себя.
понимая, что ты неправильно делал, потому что как бы со стороны на ком-то виднее получается, ты уже по-другому анализируешь те же самые упражнения, выполнения, те же самые элементы, и начинаешь лично для себя, то, что я заметил, более серьезно относиться к каким-то мелким особенностям, которые в конце концов потом позитивом возвращаются. Больше вопрос задумываюсь себе о холощении, о всем, то есть банальное холощение дома стало уже как бы необходимостью. Это как покушать, поужинать. Проснулся, зубы почистил, кинул пару четверок, да, там. Дома валяешься на диване, тут блин, вечером, ну чего-то не хватает. А не похолостить ли? Вау, оживаешь, поработал и все. Едешь в командировку, да, да, берешь с собой ружье, фальш, патроны, пояс, гаишники. В метро, пока едешь там, люди читают, едешь, холостишь. Шутка. И как оно, вставать в такую рань? Ну, думаю, да, думаю, минут 15, потому что... я понял. Да, давайте ждем. А какая минимальная? Хоть такая. Как стреляются штрафные? Ну, в принципе, вот такие вот группы, да? Вот как штрафная с края. И ей рядом ничего не мешает. Обычно она зацеливается где-то на половину. С дистанции до 10 метров и с дульным сужением паучок. Ну, ты целишься не в центр. Да, вот у тебя тарелка, вот ты виртуально грубо не родилась пополам, а что впереди дальняя защита. Это в принципе самый простой случай. Здесь убить зачетную сложно. Водя, улыбнись. Малатура! Есть, желающие. Так, у тебя тоже цилиндр, дальний металл, начинается вот так. Ну, там на позиции. А еще у нас есть чудесный сервис, вот такой вот кофеек, шашлычок при желании. Сань, а сделай кофейку, пожалуйста. С удовольствием. Какой? Да как всегда, капучинка большая. Тут еще начинает играть номер Бобби. Почему мы там говорим часто про шестую, нет, про шестой номер Бобби? Отрыв одной-двух дробин в шестерке, скорее всего, не положит зачет. Хотя щит все равно бывает хэм. На четверке даже одной дробины часто ложит крупную тарелку. Богдан, расскажите нам, как вам нелегкий инструкторский хлеб? Я не знаю, все не ел еще. Все как обычно, хлеба не видел. Масло прямо на колбасу. Да, икры тоже. Вот так вот, бедный, несчастный, холодный, голодный. Стрелок готов? Сейчас, мальчик.
Внимание. Ну куда ты погнал? Целится кто будет? А. Вот поэтому он и застрял. Вот такой вот пожеванный патрон. Мосберг скушает. Ну, смотря какой. 590 мой скушает. Когда он почищенный, там вообще. Тактически. Расскажите о, нам. О, Дима, возьми сразу. Как сейчас. Же ж вы перешли от коробок? Да. Сейчас. От чего, простите? Расскажите, как же ж вы перешли от коробочек там вот к вот этому. А, вот, от коробочек к вот этому? Сепаратизму этому по 4. Несколько матчей унизительных для меня. Потому что сложно соревноваться, когда у тебя магазин 7, а у людей по 12. И зарядка по одному. Да, ну и зарядка по одному тоже как-то. Я там, конечно, наловчился немножечко парами, но уже еще и попозже. Но, собственно, потихоньку так и перешел. Так все-таки скажи, практическая стрельба и самооборона. Это две разные вещи, но практическая стрельба – это как бы базовый навык. А самооборона потом уже как бы… Если ты умеешь стрелять, тебе всегда пригодится. Даже при самообороне.